я еще сказать должен, да? Ну, во-первых, вы знаете, я так это люблю, отражаться в ваших глазах, видеть полные залы. Спасибо всем, кто приходит на мой юбилейный тур. Так всегда и происходит. Мы живем, ребята, знаете, и мне очень нравится, что радио «Шансон» собирает огромное количество людей. И будем жить вместе, продвигаться дальше, писать песни. Вообще, в идеале народная песня – это когда народ поет, а композитор отдыхает. А вот давайте сейчас вот проверим. Может быть, как раз так?